Следующий комментарий под вашим роликом. Социалисты развалили царскую Россию, так их потомки еще должны остатки развалить. Ну, если этот комментарий не провокация, то я предлагаю автору перечитать учебник современной истории. Царскую Россию развалила, да, если использовать терминологию автора комментария, развалила группа Керенского. А если все-таки говорить правильно, то совершила государственный переворот. Вот. Есть, конечно, мнение, что это было сделано с целью ослабления позиции России в Первой мировой войне и последующей передачи власти в стране группе во главе с Лениным. И автору и зрителям, кто не знаком с теми событиями, я напомню, что никто из этих представителей, ни группы Керенского, ни группы Ленина, не были социалистами. Что временное правительство Керенского, да, придерживалось капиталистической идеологии, что уже сам ранний СССР на заре своего основания тоже был капиталистическим. Социализм-то появился уже с приходом Сталина, и это было провозглашено в Конституции Советского Союза 1936 года. Да и вообще, то есть по совокупности своих действий, основная ответственность как раз за развал Российской империи, если уж мы ее упомянули, здесь будет лежать на самом доме Романа, так как именно они своими двумя реформами довели крестьянство до того, что им просто ничего не оставалось делать, как присоединиться к этим революционерам. Интересная какая версия. Ни разу ее не слышала. Это история, наверное.